есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях
Ольга Брачина, всем нам уже знакомая своими песнями, своим творчеством. Здравствуйте, отец Анатолий. Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень рада встрече с вами. Спасибо, Господи. Оля, мы здесь на передачах с тобой не виделись уже полгода. Ты у нас одна из самых первых участниц лаврских встреч. Что в твоей жизни произошло за эти полгода? Какие были творческие планы твои? Свершились ли они? Что ты нового написала? Чем ты сейчас занимаешься? Были концерты. Представлены сольные программы с названиями, которые постоянным слушателям уже знакомы. Такие как «Весна души», великопостный концерт, «Не привыкайте к чудесам» и новая программа «Идущие рядом». Что касается последней, то идея родилась благодаря песне с таким названием, благодаря самому названию. Я стала думать о тех, кто идет рядом с нами по жизни. Дальше моя мысль стала простираться на тех, мимо кого мы проходим. А поскольку родились песни на острые темы, например, «День рождения в приюте» или «Мир в добре слабеет с каждым веком» на стихи отца Алексея Зайцева, то была возможность наполнить эту программу ими и раскрыть еще какую-то одну из граней этой программы «Идущие рядом». И, конечно, звучали песни о любви, о дружбе и, в первую очередь, о том, с большой буквы, кто идет рядом с нами, и об ангеле-хранителе, и о святых, и о том, что святая и святых больше. Все это выстроилось в такую полноценную, развернутую программу, которая, возможно, в следующем году обновится новыми песнями, новыми мыслями, как это происходит с теми программами, которые уже представлялись в прошлые года, но они неизменно обновляются, даже преображаются. И для меня этот момент очень радостный, трепетный и волнительный. Господь открывает что-то новое, новых авторов, новые мысли. То, чем можно со слушателями поделиться, иначе взглянуть на знакомые вещи, моменты, это большая радость для меня. Вот творческие искания и жизненные, они находят отражение в концертных программах. И я не останавливаюсь на этом пути, готовлю следующую. Да, я знаю, что ты серьезно относишься к своим программам. Книжки читаешь, берешь разные выдержки из каких-то книг, изречения, митрополита Антония Суворовского, я знаю. Да, в том числе. Любимых книг, да? Да. Отец Иоанн Крестьянкин мне открылся. И, продолжая свое знакомство и повторяя обращение к словам протопресвитера Александра Шмемана, и это лишь островки, отдельные имена. Mm-hmm. Дело в том, что речь идет не только и не столько от лица людей, которых потрясающих, замечательных мыслителей и богословов, которых мы знаем уже по книгам, но и о словах тех людей, которых я встречаю на жизненном пути. Все это как-то преломляется, сохраняется в памяти моей. Я помню, как один священник когда-то давно говорил мне эти слова, когда я их вспоминаю, иногда кажутся мне пророческими. «Ты будешь как губка». Все впитывать, а потом ее можно выжимать и очень много чего выдавать. И так и получается, что не, конечно, название программы, идея программы, ее концепция, которая мне ясна, она сподвигает на то, чтобы углубляться в материал. Если речь идет о Великом посте, углубляться в это. Но и сама жизнь, жизнь в церкви, жизнь в приходе, общение с разными людьми, наблюдение — они тоже дают такую большую пищу для размышлений, которая находит свое воплощение, отражение и преломление в концертных программах. То есть речь идет не только
о букве, не только о том, что откликается в сердце, когда я открываю книгу. Иногда как будто бы случайно, иногда целенаправленно, но и обо всей жизни, которая преломляется. Ну, я знаю, что у тебя появилась новая песня. Да. Ты хотела бы сегодня, да, показать ее зрителям. Да, песня называется «Я буду ждать». И это какое-то такое рабочее название. Угу. Сохранится ли оно или нет, неизвестно. Угу. Песня действительно из самых-самых новых. Написана она на стихи Надежды Мисюриной, молодой поэтессы, которая, кстати говоря, не теряет надежды, веры и любви. Девушка молодая, очень-очень мужественная. Я познакомилась с ее биографией, и с ней мы немножечко уже подружились. Да, она, пожалуйста, несмотря на свою болезнь, пишет замечательные стихи, которые других сподвигают жить, радоваться жизни. С пути прямого не сойти.
Прости, Господи. Вспоминаются слова отца Иоанна Крестьянкина. Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Да, для меня эта песня из какой-то темноты, но которая переживается с верой, надеждой и любовью. С надеждой на то, что забрежет свет, этот свет осветит. Осветит все. Господи. У меня тоже творческие процессы происходят. Я каждую передачу делюсь. Теперь уже новой песней, потому что старый репертуар у меня иссяк. И хочу поделиться с тобой песней. Она называется «Давай пожалеем друг друга». Очень хорошее название. Да, вот как раз нам не хватает иногда сострадания, понимания вот о том, что с нами находится близкий человек, мы забываем об этом. И что иногда и слов не надо, а просто достаточно посидеть и рядом помолчать. В этом состоянии многозначительном помолиться вместе, да? Не надо обязательно что-то внешне-то проявлять. Такая песня у меня возникла. Давай пожалеем друг друга, прижмемся и будем молчать, и пусть непорочного круга на нас пребывает печать. И будем возвышенно мыслить о счастье, которого нет, выравнивать чувства и числа, во мраке выискивать свет. Пожалеем друг друга, давай посидим, помолчим. Спасибо, отец Анатолий. Я рад делиться. Мне, когда напишешь песню, хочется все время ей делиться. Хочется где-то напевать ее. Прям из тебя так и лезет песня. Да, она звучит внутри. Да. И ходишь, и она везде звучит. Ну, и как молитва, да. Ну, потому что она созвучна душе. И я знаю, что ты ищешь песни, также вот тексты для песен, которые созвучны твоей душе. Конечно. Вот это мы перед передачей говорили о том, что такой достаточно мучительный творческий процесс, который даже не объяснить. Это стечение обстоятельств, состояние души. Вот это. И как это все рождается? Какое-то как таинство некоторое. Ну, в двух словах. Вот ты сейчас, если появляются у тебя песни, как они рождаются? Вот последние. Вот эта песня. Как ты нашла мелодию эту? Просто, может быть, это мне интересно, и не только мне. Это процесс действительно рождения. И это действительно процесс, да, который сложно описать. Вдохновенный труд от избытка сердца, от полноты, или тогда, когда это идет наполнение вместе, параллельно с этим процессом по-разному. Но что касается этой песни, первоначальное желание самой песни. Наступает такой момент, когда за выступлениями, за делами, заботами, мыслями, чувствами, переживаниями, понимая, что для того, чтобы идти дальше, очень не хватает чего-то нового. Mm-hmm. Это новая песня, как благословение Божие. Для меня это очень важный момент. Как благословение на продолжение этого пути. Часто слышу такие слова: ну, куда тебе еще больше песен? И так столько их написано, можно петь, самые разные программы создавать, говорить с разных сторон о любви с большой буквы. Но вот, тем не менее,
Отец Анатолий, я думаю, что вы меня очень хорошо поймете, и слушатели наши тоже. Это очень важно, находиться вот в этом процессе, в созидании. То есть это не та песня, которая родилась одномоментно. Важны были какие-то мотивы, которые бы отражали самую суть, какие-то интонации, которые резонировали бы со словом, с тем, что внутри, с тем, что хочется нарисовать. Сейчас прозвучит песня, которая, по всей вероятности, завершит сегодняшнюю программу. «Мелодия любви», так она называется, на стихи Бориса Чичибабина написана. И эта песня очень созвучна тому, что сейчас за окном. И недаром она будет завершать программу «Мелодия трав», которую я сейчас готовлю и которая прозвучит 26 июня на сцене театра «Странник» в 7 часов вечера. Всех приглашаю, милости прошу разделить со мной. Эта программа ознаменует закрытие сезона. И в ней нашли отражение песни, которые звучали в рамках разных программ. Но также и те песни, которые звучат, и это уже стало традицией, только в рамках «Мелодии трав». Спасибо, Господи. «Мелодии любви». Послушаю. Где веет Бог, идти с тобой неспешно. Вот утро ткет Бог, смотри, не оборви. А слышишь, как звучит медлительно и нежно мелодия любви. А слышишь, как звучит медлительно и нежно в мелодии листвы мелодия любви. По утренней тропе, как путь наш тих и долог, идти бы так всю жизнь, куда не знаю сам. Давно пора начать поклажу книжных полок, и в этом ты права, раздаривать друзьям. Богослужение роз и трав растворено. Она была везде, кругом и в каждой капле. Богослужение роз и трав растворено. Yeah.
каждой капле богослужений роз и трав растворена. Какое счастье знать, что мне дано во имя твое в лесу твоем лишь верить и молчать, чем истинней любовь, тем непреодолимей на любящих устах безмолвия печать, чем истинней любовь, тем непреодолимей на любящих устах безмолвия печать. Спаси, Господи. На этом наша передача, дорогие наши зрители, подошли к концу. С нами была Ольга Брачина, золотой голос России, я так считаю. Спасибо. Боже, всем помощи, Боже, благословения. Приходите на ее концерты. 26 июня, 26 июня, в 7 часов вечера, в Театр «Странник». Да. По адресу? По адресу Цветочная, 16. Метро «Московские ворота». Спасибо, Господи. До свидания. До свидания.